Член Союза писателей Казахстана Акын Гайсагали Сейтак встретился с юными читателями в Центре внешкольной работы. На творческом вечере состоялся разговор о произведениях автора, литературе и искусстве Казахстана в целом. Прозвучали не только стихи Акына, но и написанные на них полюбившиеся многим песни. Приурале богато талантливыми людьми. В числе известных имен, безусловно, Акын Гайсагали Сейтак. Он всегда с радостью откликается на возможность встречи с подрастающим поколением. На этот раз инициатором проведения литературно-музыкального вечера стал Центр внешкольной работы. У каждого автора есть свой стиль, который отличает его слог от остальных. Гайсагали Сейтак уникален в своем роде и узнаваем именно своей неповторимой манерой письма. К тому же его стихи превращаются в прекрасные песни. Орда да қалған тәтті шағым да бар, сағынып туған жерде бір көрмесем, көз алдым мұнарланып, сағымданар, бар шығар тұлпар әлі бабамың ген, не жетсін құшағына даланың ген, әйтеуір талай жерде басып келем, ыпыстық құм күйдірген табаным мен. Радует, что среди поклонников творчества Гайсагали Сейтака немало юных читателей. Подросткам интересна и сама творческая личность. Поэтому вечер оставил сильное впечатление. Автору было задано немало интересных вопросов, на каждый из которых Акын дал ответы. Удалось поговорить в целом о казахстанских авторах, их произведениях, о том, как развивается сейчас литература и искусство в стране. Разумеется, пришедшие на встречу школьники прочли свои любимые произведения Гайсагали Сейтака. Мне понравилась встреча с Гайсагали Ага. Я люблю поэзию, прочитала многие его произведения. Мне очень понравилась личная встреча с ним. К тому же я смогла прочитать стихи перед автором. Очень позитивная встреча. Приурале действительно земля талантливых людей. Многие родом из разных уголков, но смогли достичь творческих высот и стать известными и любимыми народом авторами. Гайсагали Сейтак из Букиординского района, раскрывший своим землякам душу через яркие поэтические строки. В центре внешкольной работы прошла такая вот приятная встреча. Я благодарен руководству школы и организаторам. Отрадно, что молодое поколение читает стихи. Чувствуется, что творчество их увлекает. Значит, после нас останется поколение, которым нравятся стихи, которым интересна поэзия. Я желаю им светлого будущего. Прошедшая встреча, безусловно, оставила самые теплые впечатления у школьников, которые смогли пообщаться с тем, чьи стихи они читают с большим удовольствием. Мир поэзии увлекателен, и кто знает, может быть, кто-нибудь из подростков захочет попробовать и свои силы в литературном творчестве. Екатерина Шмидт, Алмаз Идиетов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.